мне важно, чтобы Курильские острова оставались в составе России. Все три острова, которые Кунашир, Шикотан, Хабамай. И если мы принимаем это по праву Конституции, то уже, поскольку Конституцию нельзя нарушать, то ни один последующий руководитель нашей страны или же коллективное руководство страны не позволит себе нарушить этот принцип. Мы общаемся внутри нашей страны со многими народами на одном понятном нам языке, и несмотря на то, что несколько десятков наций и народностей в России, все они изъясняются на одном великом и могучем русском языке. Этот язык, он будет продолжать объединять наши народы. Мне очень хотелось бы, чтобы у нас не было катаклизмов, чтобы у нас не было борьбы за разные ветви власти, чтобы у нас не было деструктивных течений в нашем государстве. И в этом смысле мне импонирует то, что и поправки позволяют укреплять и президентскую власть, и власть обеих палат. Важно, чтобы все ветви власти, они работали в единственном направлении, на укрепление нашей страны.